Приветствую вас, друзья! Сейчас я вам продемонстрирую ритуал, который называется «Как заставить бывшего платить алименты». Это популярный ритуал, но его нужно сделать правильно, чтобы он сработал. Суть этого обряда в том, чтобы создать мощный энергетический посыл вот в сторону отца ребенка. И в этом нам поможет внешний источник силы. Это стихия, огонь. Итак, что нам понадобится? Понадобится фотография отца ребенка. Нужно загнуть ее, завернуть уголки, вот все четыре уголка фотографии, таким вот образом. И затем изображением вниз нужно на эти уголки поставить фото на стол. Затем берем спичку и зажигаем над фотографией. И вот когда горит огонь, нужно смотреть на огонь, постараться зарядиться им, то есть прочувствовать свой внутренний огонь. Вот в буквальном смысле нужно слиться с этим огнем. И затем, когда спичка догорит до пальцев, чтобы не обжигаться, тушим ее и ложим на фото. И вот теперь, держа ладони над фотографией, нужно воспроизвести этот огонь, вот тот, которым вы зарядились. Нужно создать такой огненный посыл в сторону этого человека, в сторону отца ребенка. То есть, вот считайте, что вы посылаете такой огненный заговор и прочтите его. «Мой постылый бывший, ребенка своего забывший, чтоб тебе не елось, не пилось и не спалось». Чтоб деньги карман жгли, впрок не шли. Чтоб душа у тебя огнем горела, болью болела. Пока не вспомнишь про свое дитя, не накормишь, не оденешь, не обогреешь. Истинно. И вот таким образом нужно взять еще одну спичку. Точно так же зажечь, точно так же зарядиться огнем. И точно так же сделать огненный посыл, то есть через вот этот же заговор. И вот таким образом у вас должно здесь на фотографии быть 10 обгорелых спичек. То есть 10 раз нужно это воспроизвести. После этого спички нужно выбросить на улицу, а фотографию можно, ну, куда-то убрать. В случае необходимости этот заговор, вот этот ритуал можно повторить через месяц. Но если вы все сделаете правильно, вот все, как я вам сейчас продемонстрировал, то ритуал обязательно сработает. Сработает с первого же раза. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю благополучия, любви, удачи. И до новых встреч!